чтобы строить дома и помогать людям. Чтобы решать проблемы государственные. Ну, там, например, всякие разногласия. Чтоб страны не воевали. Чтобы было все мирно, чтобы все могли договариваться. Чтобы строить новые дороги, дома и детские площадки. Ну, как, если бы не было президента, как? Нужен главарь, чтобы за всем следил. Если не будет президента, то тут хаос будет. Правил не будет, нарушать все будут. А президент следит. Чтобы был порядок, чтобы не было никаких разногласий, не было войны, все было спокойно и мирно. Как нам без президента жить? Вот поэтому нам нужен президент России, чтобы он все указывал-то нам. В стране нужен президент, чтобы страны дружили, чтобы не было войны, чтобы люди могли строить дома. Потому что страна без президента никак.